Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант ЖК Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем начинать нашу новую рубрику, где будем загадывать и угадывать смешные фразы в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет, и это наша новая рубрика, поэтому поддержите ее лайком, если мы наберем очень много лайков, то новая серия не заставит себя долго ждать. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, вы также напишите нам какой-нибудь интересный комментарий, который мы прочитаем, и подпишитесь на наши каналы, потому что это важно. Приятного просмотра. Короче. Ну что, нам нужно сначала определиться, кто будет первый тянуть. Но сначала да, и насчет правил вы все сами узнаете в самой серии, потому что объяснять их очень сложно. Да. Меньше разговоров, больше дела. Так, кто первый? Я первый. Ну ты, Эдисон. Так какая разница, там все равно циферки на бумажках. Давай, Эдисон, я тебе уступаю. Тебе а, то есть, ну хорошо, это тебе, Жека, тогда. Ну ладно, хорошо. Нет, я не хочу быть первым, пошли в сорокота. А, да, держи, держи. А, держи, какой был. Держи, держи, вот, все хорошо. Нет, я был не первый. Нет, нет, ты был первым. Ну ты паскуда, конечно. То есть вы хотите, чтобы я первый показывал всю дичь, да? Да, 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 вперед, поехал. Давай я пойду первый, если ты боишься, давай. Все, давай, Игорь, иди ты первый. Ладно, короче. Эдисон, садись, присаживайся, Вы можете подумать, что я наркоман. Мы это знаем, мы это знаем. Суть правил в том, что я должен был на максимально наркоманское придумать предложение. Поэтому начинаем. Я показываю первое слово, правильно? А сколько тебя слов? Да, будем это говорить. Да, давайте скажем изначально, сколько слов. Сколько слов, Игорь? Слов максимум 10, и у меня, по-моему, 9. У меня Игорь, хорошо. 9 слов, я буду записывать. Так, давай, хорошо. Давай, давай. Я помню, я даже могу посчитать, но типа... Давай, дочитай, мы готовы. Давай. Ага, африканец. Египтянин. Нигер. Нет, да. Эдисон был очень-очень близко, прям очень. Турок. Ну что вы, ну что вы, ну... Африканин! Я уже говорил, не знаю. А нет? Просто поменяйте еще эти. Нет, подожди, ты должен... Ты не должен ничего говорить. Слишком много слов. Так, хорошо. Жека, давай думать. Он черный. Так. Черный. Посмотри, он по-любому нигер. Какашка. Какашка и зеленая бумажка. Экзотический дансер. Перебирай. Экзот. Африканский. Африканский. Вы вначале сказали африканец, африканский. Ну так я думаю можно, да. Так если мы такое говорим, то мы как-то. Тогда знаете, давайте как мы будем делать, когда мы будем называть, допустим, африканский, ты будешь говорить пау! И это уже будет означать то, что нам нужно перебирать это слово. Мы просто тут еще придумываем новые правила, рубрики. Давай. Африканский. Да. Дальше теперь нужно вам показать дальше. Хорошо. Писюн африканский. Писюн. Нет! Сосиска, колбаска! Что это? Нет, что это? Стол, шерсть! Африканская шерсть! Нет, что это вообще само по себе? Африканский блок. Нет, подожди, это не давай подсказка. В смысле? Кожа, цвет кожи. Нет. Африканский цвет. Жека. Вот, близко, Эдисон. Давай. Цвет. Розовый. Африканский розовый? Африканский розовый. Африканский розовый. Подожди, я запишу это. Давай. Записывай. Дальше. Африканский розовый. Дальше. Слон. Самое слово. Бегемот. Слон. Слон. Хобот. Мамонт. Хорошо. Давай, Жека, записывай. Мамонт. Ага. Да, сейчас я тут включаю следующую лампочку. Давай. Так, Жека, три слова есть, мы справляемся. Самое сложное слово. Ну, кажется, очень какой-то бред, вообще непонятно. Ты блок удали. Но он как бы мне еще поможет. А, он тебе поможет. Африканский розовый. Мамонт. Вот мама что это вот такое? Что это вот это по-вашему? Забор. Мама, в конце мамонт забор. Нет, уменьшите это в 100 раз. Спичка. Заборчик. Копье. Иголка. Еще ближе. Зубочистка. Зашибись. Зубочистка. Что, африканский розовый мамонт зубочисткой? Зубочисткой, а зубочисткой. 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 Африканский розовый мамонт зубочисткой. Зубочисткой чистит, да? Нет. Дай ему показать, подожди, я только что-то... Давай. Ты лампочку не нажал. А, я нажал. Нажал. Игорь вообще молодец. Так, теперь, значит, что это? Семья. Нет. Димон! Зубочисткой убил? Убил. Убил. Записывай.
Да. Убил еврея. Бабульку. Бабушку. Вот, вот, но только как это можно? Старуху. Старую. Старую женщину. А, старую. Старую. А теперь, короче, как бы как. Давай, старую. Знаете, я еще буду такие звуки делать, знаете, так вот сейчас этот. Короче, дальше угадывайте, кого старую такой. Тик-тик. Чего? А, овцу. Нет, какой овец? Овечку. Не тик-тик, ну тик-тик это типа... Сейчас, кастрировал. Старую. С чем я так хожу, такое, какое животное, тик-тик. Че? Чик-чик? Чик-чик. Подожди, африканский розовый мамонт зубочистка убил старую чик-чик. Вот вы подумайте, что может быть делать старуха в Африке? Доить корову. Нет, она ходит такая чик-чик там. Кастрирует. Нет, господи, вы что? Мы сейчас не у глагол угадываем, мы угадываем, кто старый. Свинья! Нет, господи, как же это показать? Так, сейчас я вам, значит, построю, чтобы вы понимали, да? Да, старую... Мы пока ничего не понимаем. Старую... Я тебя понимаю. Старый квадрат Малевича. Нет, это, короче, знаете, у вас такой предмет есть, и вы очень часто пользуетесь. Ну что это похоже? Камеру. Камера. Вот, и я хожу, и делаю чик-чик. Фотокамера, ну, чик-чик камера. Старую фотографию. Телефон. Фотографии. Журналист. В смысле? Специально приехали в Африку, чтобы фотографы пофотографировать животных, да? Ну. Подожди. Журналист. Блогершу, операторшу. Нет. Сначала я ехал в автобусе. Ну ты молодец. Ну. Ехал в Африку с фотоаппаратом и начинает делать чик-чик. Кто я? Турист! Да! Старую туристку! Туристку! Чик-чик! Чик-чик! Ну чик-чик, это давай, давай дальше. Давай дальше. Так, розовый. Я строю, значит, нет. И. Туристку. И. Туристку и. Иван. Из. И вторую половину слова. Из Бердянска! Из мягкий знак. Ну это нет, это тоже з. Что? Это же з. Из запора. Из-за. Из-за чего он её грохнул, мне интересно? Тут ты вообще на самом деле... Страсти! Последнее слово. Давай. Из-за... И, конечно же, последнее слово у меня будет сейчас его дойду. Кто я? Из-за лошади. Ну ты вообще... Я предлагаю сразу звонить в это... Психушку-дурку. Я даже не знаю, куда звонить, но Игорю явно нужно лечить. Игорь, садись, ты сегодня намучился. Это еще самое такое, знаете, ламповое выбрал. Не, ребят, у меня на самом деле намного легче, чем у Игоря. Ну давай. Я буду записывать, давай. Мы готовы. Это старый Игорь. Пельмень. Так, подожди, давайте по одному слову, вначале первое. Игорь. Да, это второе. Давайте второе. Нет, давайте, старый. Перебирай. Подожди, а второе Гэндальф, да, как я понял? Второе Игорь. Нет, подожди, второе Игорь. Первое мы не знаем. Первое сейчас. Жирный. Какой Игорь? Кто? Жирный. Старый. Ну перебирай, дед, да, старый. Дед. Дед Игорь. Так. Ты записываешь, Игорь, или меня записывать? Да, давай, сейчас я записываю. Давай. Дед Игорь, да, я дед Игорь, да, я здесь. Скушал. Сосиски. Да, схавал. Дед Игорь схавал. Нет, ну да, дед Игорь схавал, правильно. Нажми, ты не нажал, Жека. Девушку? Тёлку съел я. Нет. Это Леди Гага? Да, a bad romance. Серьезно? Да ладно, что, серьезно? Я по приколу сказал. Я хотел спеть, ну ладно, окей. Серьезно, схавал Леди Гагу, да? Я по приколу сказал это. Так, хорошо. Схавал Леди Гагу, а потом... Подождите, выключи дождь. А потом... Не, подожди, дождь, подожди. Не. Сейчас. Какое это такое? И правильно. Угу. Нажму. И. Ну, искал я Леди Гагу и потом пошел какать, да? Все логично. Потом. Сейчас. Там. Умер! И умер! Да. Нет. Ты рипнулся, я тебя огорчу. Подожди, это еще не все. И умер. Сейчас. В муках! В.
от, я прям угадываю все. Господи, Да. У Игоря 10 минут было! 10 минут, у тебя 2! Игорь, все нормально! Хорошо, пацан. А что, не, я уже записывал, теперь ты записывал. А я тоже записывал. Ты ж падла, ну. Ну что, вы готовы? Вы готовы? Подождите, дайте я повыключать всю хренотень. Вот, в общем, давайте. Ой-ой-ой, чувствуешь там Эдисон. Мопс, молодцы. Мопс, дядя пёс. Да, хорошо. Дальше. Да, дядя пёс? Не, просто мопс. Мопс. Ты видишь, что у него на голове? Привет. Мопс В. Да, всё верно, Евгений, всё верно. Мопс В. Это мягкий знак был. Я ещё не достроил. Так, мопс вы. Бикини. Ты прям сегодня жжёшь, Да, что? Мопс бикини, нормально, мне уже нравится. Мопс бикини. Да не нажал, схавал. Съел, будь культурным. Хорошо. Ну ладно, съел, сожрал. Мопс бикини, схавал. Так, схавал... Как бы это сказать? Хорошо. Подожди. Попкорн. Да. Девочку попкорн. Что это? Кукурузу. Соленый попкорн. Соленый попкорн! Почему не сладкий? Как ты догадался, читер? Так, хорошо. Я понял, это типа соль была. Я думал, это знаешь, попкорн же взрывается. Я думал, взрывается. Дальше, давайте дальше взрывается. Чего он не взрывается? Так, попкорн. Ты сейчас все сгорит, все, ты что делаешь? Ты что, это сценка моя? Уходи отсюда. Что это? Попкорн сгорел. Жареный. Я не понимаю, что? Как? Мопс бикини съел соленый попкорн? Да. Нет. Дальше. Острый. А что это такое? И сгорел. В данный момент. Горит. Соленый попкорн горит. Кто? Попкорн! Да не попкорн, забейте его нахрен! Я еще в бикини вообще оденусь, челка горит. Нет, не в этом суть. В данный момент, что происходит? Что происходит в данный момент? Пожар! Нет, смотри. Попкорн, пожар! Нет. Сконцентрируйся на вот этом блоке. Что? Блок. Горит. Блок горит. Молодец! Следующий попкорн горит. Сконцентрируйся, мать твою, на блоке! Сгорел! В данный момент он не сгорел, он же перед тобой! Ну, попкорн горит. Кто горит? Попкорн. На блоке сконцентрируйся, Ири, скажи ему что-то. Блок горит. Ну. Дальше, прибирай. Как вообще логически может после попкорна следовать какая-то, я не могу понять. Так это другой блок, сконцентрируйся, мать твою, на блоке, да, блок. Блок горит. Блок какой? Факел. Какой блок? Деревянный. Какой блок? Деревянный. Мать твою, если он горит, какой блок? Блок какой? Горящий. Уголь, я не знаю, что. В горящем, да, все верно. В горящем. Ну, я же говорил, горящий. В горящем? Да, в горящем. Так то мы вы пропустили. Да. Ты что, совсем? Ну, обстрел. Надо было в еще показать. Мы же знали, что в горящем. В горящем чему? В горящем... Это ты сейчас до этого выпал? Да, я показал вы, довольны? Так, переходим к другой сценке. Хорошо. Ну хорошо, мы продолжаем. Ты нас путаешь. В горящем лодке. Убер, такси. Нет. В горящем такси. Нет. Машина. В горящей машине, да. Велосипед, санки, стритрейсер, карты. Что это такое вообще? Автобус. Автобус! Да? Не насосало, а подарили. Мопс бикини съел соленый попкорн в горящем автобусе, правильно? Да!
Поздравляю вас, вы справились. Я думаю, что мы неплохо, мне кажется, это интересно. Мне кажется, для первой серии очень даже хорошо, я согласен. У меня тут свинья, уберите меня. Ребята, если мы кучу лайков наберем, то выйдет еще более крутая серия. Вот только за вас зависит. Ставьте лайкусики на все три видоса, что самое главное, на все три, не забывайте. Так, ставьте свои лайки, да. А я призываю подписки, в бубен побьем. Сконцентрируйтесь на подписках и лайках. Концентрация! Не надо! Это не смейся, челлендж, Игорь, успокойся. Да, короче, ребятки, лайки, подписки, все ссылки есть в комментарии, там, в комментарии, Инстаграм. Все, короче, всем пока. Думан!